Итак, сегодня представители партии «Единая Россия» подвели предварительные итоги единого дня голосования. Накануне в России, в нашем крае, состоялась открытый праймерис партии. С 8 утра и до 8 вечера любой желающий мог отдать свой голос за того, кто будет представлять «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу страны и Законодательное собрание края. Как отметил секретарь Красноярского регионального отделения партии Валерий Семенов, голосование прошло успешно. Точные данные о том, кто из участников праймерис победил, станут известны завтра. Сейчас идет подсчет голосов, а сегодня в партии рассказали о явке. Она оказалась выше среднего по стране. В целом, в Красноярском крае приняли участие в голосовании более 130 тысяч человек. Количество людей, участвующих в выборах, оно можно сравнивать с количеством людей, участвующих на выборах местного самоуправления, хотя это только партийное голосование. Значит, можно делать вывод, что люди понимают, что «Единая Россия» – это оплот политический, это партия, которая, партия реальных дел, которая выполняет наказы избирателей. И в этом отношении жители Красноярского края, еще раз благодарю, проявили достаточно хорошую активность.